Вот такие обалденные и полезные товары для дома ожидают вас в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео мы с вами посмотрим подборочку очень классных и полезных товаров для дома, которые вам точно пригодятся и понравятся. Пользуйтесь кэшбэком, чтобы сэкономить деньги с покупок в интернет-магазинах. Тем более, что в кэшбэк-сервисе сейчас много новогодних конкурсов. Ссылки на товары с подборкой и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И те, кто посмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Приятного просмотра! И первый товар у нас сегодня будет тканевый гамак без перекладин. Это комфортный гамак, в котором можно полежать и расслабиться. Нужно всего лишь найти два дерева или две опоры, недалеко стоящих друг от друга, повесить гамак, занять горизонтальное положение и почувствовать абсолютную надежность и невесомость. В гамаке предусмотрены специальные кольца для подвешивания гамака на деревья. Еще можно использовать две веревки, которые продевают в кольца и обматывают несколько раз вокруг дерева и завязывают на несколько узлов. Вещь выполнена из прочной ткани, которая выдерживает до 120 кг нагрузки, поэтому можно не переживать за свою безопасность или безопасность близких людей. Уход за аксессуаром прост, достаточно постирать и высушить изделие. Подставки для хранения обуви. Хотите насладиться менее загроможденным гардеробом? Тогда эта двойная стойка поможет вам оптимизировать пространство для обуви. Предназначена для небольших помещений, комнат общежития, детских шкафов, небольших шкафов, где вы можете организовать вашу обувь и еще останется много пространства. Это маленький, но практичный аксессуар для вашей квартиры. Стойка для обуви позволяет экономить место в шкафу и организовать хранение обуви. Такие полочки особенно понравятся детям, ведь они такие яркие. Складывать обувь будет вдвойне приятнее. Ветчиница. Уникальный прибор, благодаря которому вы легко сможете приготовить домашние деликатесы из мяса, рыбы, птицы и морепродуктов с различными дополнениями и специями. Отныне на вашем столе появятся настоящие гастрономические изыски из натуральных продуктов, которые вы выбрали сами. Почему блюда получаются такими вкусными? Все просто. Устройство сжимает продукт во время его варки в воде, что и позволяет приготовить вкусные и ароматные блюда, например, ветчину. Уважаемые подписчики, хочу порекомендовать вам канал моего хорошего товарища Топали. Его основной канал был заблокирован по неизвестным причинам, и ему теперь приходится начинать все сначала. Давайте поддержим его и подпишемся. У него действительно качественные обзоры и распаковки, а также много конкурсов. А мы продолжаем? Комплект беспроводной сигнализации для дома. Может быть использован для охраны любых объектов – дача, частный дом, квартира, склад, магазин, торговая точка, гараж и так далее. При проникновении на охраняемый объект устройство известит вас посредством мобильной связи. Характеристики – 4 проводных, 6 беспроводных зон охраны, 24-часовые или с задержкой, 6 групп телефонов для голосовых сообщений, 3 группы для текстовых сообщений, 1 группа дистанционно управляемых контактов, удаленное программирование с телефона. Стационарный телефон, в который устанавливается сим-карта и используется вместо мобильного, хорошо подходит для ваших пожилых родственников. В использовании аппарат ничем не отличается от обычного домашнего телефона. Отсутствие провода позволяет легко перемещать телефон, а в случае перебоев в энергосети аппарат продолжит работать благодаря встроенному аккумулятору. Внешняя антенна в комплекте обеспечивает уверенный прием сигнала. Аппарат готов к работе сразу же после покупки, достаточно вставить сим-карту и включить телефон. Чехол для крышки унитаза. Ночью да в холодный унитаз? Забудьте эти ощущения с утеплением на сиденье унитаза. Это бесхитростное приспособление подарит вам ощущение комфорта и уюта. Очень легко одевается на сидушку и хорошо держится на нем благодаря пластиковому каркасу с одной стороны и натянутой резинке с другой стороны. Можно стирать в стиральной машине, сохнет очень быстро и совершенно не выцветает от стирок. Но желательно стирать в сетке для стирки. Пластмассовый каркас от больших оборотов может растянуть чехол и даже распустить его по шву. Материал полиэстер, легко одевается и снимается. Стирается, быстро сохнет. Комфорт превыше всего. Противоскользящая лента. Абразивный состав противоскользящей ленты обеспечивает безопасный и антискользящий эффект поверхности, надежность, долговечность и износоустойчивость к химическим воздействиям, приятный внешний вид, широкий выбор цветовой гаммы и дизайна вашего помещения. Самоклеющиеся противоскользящие ленты очень просто наносятся на заранее подготовленное покрытие. Пленка из полимерного пластика с абразивными гранулами, закрепленными между собой специальным связывающим полимером, эффективно как универсальное антискользящее покрытие
стойке для скользкой поверхности помещения и антискользящая лента на ступени. Мега удобная сумка с креплениями для покупок. Это удобная хозяйственная сумка, предназначенная для покупок в продуктовых супермаркетах. Сумка вмещает в себя около 20 кг продуктов, в сложенном виде занимает совсем мало места, легко крепится на тележку и легко снимается. Все, что от вас требуется, закрепить сумку при помощи зажимов на корзину или тележку в супермаркете и вперед за покупками. После чего складная сумка одним движением снимается с корзины, и ваши покупки уже готовы к транспортировке в автомобиле или вручную. Имеет красивый зеленый цвет, есть удобные карманы для различных мелочей. Сделана из экологически чистого материала полиэстера. Быстро и легко складывается для транспортировки. Светодиодная лампа с датчиком движения позволяет существенно сэкономить электроэнергию. Включает освещение автоматически, когда в зоне детектирования датчика движения около 4-6 метров происходит движение. Освещение включается на 30 секунд и после автоматически отключается. Лампа включается только в ночное время при срабатывании датчика движения. Есть автоопределение день-ночь. Применение освещения, входные двери, лестничные клетки, коридоры, прилегаемые территории. Магнитный упор для двери стал незаменимой деталью в помещениях, где есть необходимость удерживать дверь в открытом состоянии или для предотвращения самостоятельного захлопывания двери. Например, когда из квартиры нужно выйти на лестничную площадку. В магнитном дверном упоре в качестве фиксатора вместо прокладки из пластика используют металлическую пластину. Сам ограничитель крепят как на полу, так и на стене. Настенный упор чаще всего используют, когда требуется сохранить целостным дорогое напольное покрытие, если в помещении установлен теплый пол. Такой упор – это одна из тех вещей, что будет полезно иметь в каждом доме. Комплект ланчбоксов из 10 штук. Изготовлены из высококачественного экологичного пластика и идеально подойдут для хранения и транспортировки различной еды и бутербродов. Необходимый в быту предмет помогает придерживаться правильного питания, независимо от графика работы или учебы. Секции удобно разделены перегородками, пища при таком хранении не прокисает и не портится. Ее можно разогреть в микроволновой печи, достаточно лишь открыть удобную защелку на крышке и достать нужный лоток. Покупка ланчбокса сэкономит ваши деньги на перекусах фастфудом и поможет сохранить здоровье, позволяя питаться домашней едой в любом месте и в любое время. Современный многофункциональный светильник на пульте дистанционного управления. Это возможность управления температурой свечения и световым потоком с помощью пульта управления. Простой в установке и практичный в использовании. Поможет вам сэкономить не только средства, но и время. Светильник имеет небольшой размер и легко и просто монтируется к потолку. Важной опцией, которой обладает светильник, возможность доминирования. Его свет регулируется с помощью дистанционного управления. Теперь вам не нужно будет тратить время на выключение-включение света, управляйте с телефона. Благодаря встроенному динамику светильник может проигрывать ваши любимые песни из музыкального приложения с любого телефона или планшета с помощью Bluetooth. Установка никаких дополнительных приложений не требуется. Ограничитель для окон. Используется для предотвращения нежелательного открывания окон и дверей больше желаемого расстояния. Непредсказуемость детей может привести к выпадению из окна. И чтобы ваше дитё не выпало, в этом случае вам поможет ограничитель для окон. Для загородных домов, дач, замок является дополнительной, эффективной мерой безопасности от проникновения воров и злоумышленников. Трос невозможно разрезать обычным инструментом, что дополнительно защищает от нежелательного проникновения в дом. Изделие состоит из стального многожильного троса с пластиковой оплеткой литого металла. Подсветка замочной скважины с датчиком движения. Нередко бывает неудобно попадать ключом в замочную скважину, если на лестничной площадке или на улице, в данный момент темно. Если человек живет в загороднем доме и у него нет ночного освещения рядом со входной дверью, то ему также часто приходится нащупать замочную скважину. Подсветка дверного замка зажигается автоматически на 5-7 секунд, только стоит приблизиться к двери. Благодаря 4 светодиодам освещается не только замочная скважина, но и территория в радиусе 50 см. Лампочки рассчитаны на 80 тысяч включений, примерно на 10 лет работы. Питается прибор от одной пальчиковой батарейки, в комплект не входит, которая помещается под заднюю защитную крышку, а монтируется все проще простого. На задней панели есть пазы для крепления шурупами или двухсторонний скотч. Увлажнитель воздуха.
позволяют создавать в помещении, в котором он установлен, необходимый уровень относительной влажности воздуха. Данная модель увлажнителя воздуха не просто увлажняет сухой воздух в квартире, но и поддерживает влажность воздуха на заданном уровне. Это повышает их экономичность при использовании и соответствует установленным требованиям безопасности. В ультразвуковом увлажнителе вода из бака подается на вибрирующую с высокой частотой ультразвуковую мембрану, где расщепляется в мельчайшие брызги, которые фонтанируют над мембраной. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает образовавшийся холодный пар в помещение. Подсветка с датчиком движения под кровать или для самых темных уголков вашего дома идеально подойдет для использования под вашей кроватью, в детской, в коридорах, прихожих, на лестницах или туалетах, обладая достаточной яркостью, но при этом не раздражает глаза. Мягкий ровный свет, излучаемый светодиодами, расслабляет, не режет глаза и способствует восстановлению сил. Принцип работы такой лампы очень прост. Сначала чувствительность датчика определит уровень освещенности, если он недостаточен, то свет загорается. Или, если датчик определяет движение, он начинает светиться приятным желтым, синим или белым цветом. Палочки для обеззараживания сточных вод. Если у вас в ванной неприятный запах или забитый слив, то скорее знакомьтесь с палочками от засора слива раковин. Они обеспечат идеальную чистоту и свободу водопроводным трубам, не требуя ничего от вас. Благодаря особому составу палочка выпускает концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопление жира и органические отложения. Действия одной палочки хватает на целый месяц, поэтому приобретая комплект, вы забудете о бытовой проблеме на год. Ваша задача при обнаружении проблемы – поместить одну палочку в слив. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, как ваше имя. Обязательно подписывайтесь на канал Альпачино Лайф, чтобы не пропустить итогов конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!